Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня Brawl Stars, как я и обещал, разыграю. Жесть, вот это я зашел. Разыграю Лего, и следующий конкурс опять же будет под этим видосом. Все, что вам надо сделать: поставить лайк, репост, быть подписанным на канал, чтобы у вас были открыты подписки и видосы, которые вам понравились, ну и соответственно социальная сеть, куда вы будете делать репост, вы можете оставить в комментарии, можете оставить мне ссылку, оставить свою айдишку, чтобы я с вами мог связаться, потому что да чё вы вдвоем на меня запарили. Чтобы я мог с вами связаться, потому что если вы оставите ссылочку, то зачастую YouTube блочит. Блин, демоны со всех сторон. Беги. Ран, Вася, ран. Убежал. Жопа. В общем, как видите, развлекаюсь как могу. То есть условия понятны. Был предыдущий видос. Я немножко затянул, потому что времени нет. Очень много видосов вон, плюс конкурсы. Плюс русский сервер, как обычно. Не может нормально добавить огника, уже запарило. Так. Все-таки Пайпер тащит. Хоть я играю, конечно, сейчас на этом, все равно неплохо. Вот сейчас меня не успел. На джойстике тоже прикольно играть, я вам скажу. Конечно, мобильное устройство получше будет. Смотрите, улетаю в полет и нормально. Фига себе, у него ракета летит. Блин. Жесткий он стал. Ну понятно, мы его тут таким составом вряд ли затащим, хотя попытаться можно. Я так играю, для тех, кто новенький не знает. Я играю в Бравл просто в кайф. У меня нету там тиммейтов. Жесть, по 1700. Поэтому я в рандомчике, вот считайте, 10к кубков набил. Хрена себе он дамажит. Ну чё, все? Прощаемся? Не, еще живы. Сейчас он чпокнет их. Ну все, сливаем воду, ребятушки. Безумный, да. 100%, что безумное испытание. Так, что у нас там? Вот, кстати, я вот с последних, кто мне понравился, где там Барли, вот я на 420 его уже апнул. Кленовый Барли, конечно, жесткий. Жесткий тип. Поехали, посливаем немножко кубки. Покажу скин для тех, кто не видел. Реально он неплохой, хорош. И сейчас разыграю. То есть условия я вам сказал. Блин, что-то подлагивает. О, досвидос. Сказали мне. Блин, как же неудобно. Ну, здравствуй, гей. А
Так, тихо ша, ну куда? Роза, конечно, это жесть. Роза тащит везде. Да, это я, конечно, фигню сделал. 420 кубков пошел играть. У вас там, наверное, жужжит что-то. Оу, ничего себе, оу, Майк. Так, этого минуснули. Ну все, здравствуйте, ребята. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, ныкаемся. Отключу, блин, завтыкал отключить. Пропеллер. Надеюсь, там будет слышно. Вот так вот. Батька тащит. Затащили. Красавчики. Ну, самое главное будет сейчас, в принципе. Я что-то завтыкал, жара просто. Хорош. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали. Разыграю. Так, захват экрана. Вот этот видос. Все, кто были. Так, что у нас? 83 коммента. Возможно, у вас и больше, ребят, но я пооткрывал все, что было. Я не виноват, YouTube. Я же говорил, как оставлять. Вот прав, неправильно. Парни оставляют. Некоторых блочат, некоторых нет. Да. Короче, поехали. Рандомизатор. Раз, два. Такс. Поехали. Ну, топчик. 228, ну ты, конечно, красавчик, ты наспамил и не оставил ничего. Минусер выносит. Так, Фрэнк. Фрэнк Бейл, красавчик. Поехали, посмотрим. Подписка должна быть. Тун-тун-тун-тун, есть. Подписка есть. Видос, я думаю, тоже есть. Битву замков играет и Бравл тоже играет. Да, видос есть. Поехали. Посмотрим на его ВКшку. Сколько неотвеченных. Что с вами делать? Так. Это я. О, Бравл. Что-то как-то написал по-еврейски. Так. Ну, вот у него есть репосты, я думаю, там есть тот видос, но все-таки промотаем. Вот так вот, ребята, вот то, что надо вам сделать, чтобы выиграть Лигу, либо кто играет в битву замков, те же самые, в принципе, условия конкурса и там. Все, огонь, поздравляю, Кирилл Петров. А мы поехали дальше развлекаться. Давайте парные сбегаем. Сбегаем, посливаемся. Давно я уже... Ну, я в Бравл, как бы, я играю в Бравл каждый день. По чуть-чуть поднимаю свой нубоскилл. Подожди меня, куда ты уходишь? Да, конечно. Небо и земля. Ваш напарник труп. Ну, я хоть спасся. Я хоть не такой нубас. У Джойстика, конечно.
кто играет с планшета либо с телефона, те понимают, о чем. Но джойстик альтернатива, можно поиграть на компьютере. То есть закинуть свою задницу удобно. Чуть по конем. Там три команды. Ну, нормально, хоть в ноль не сольемся уже. И шатают. А куда ты бежишь? Вот было бы еще прикольно, если была бы голосовая связь с напарником. Это вообще был бы огонь. Каким-то там Доном Педро сыграть. Надо оно ему. Стоял бы себе на месте просто. Сейчас эти нас чпокнут. Меня-то точно чпокнут. Вот я же говорил. Не слушается. Ранг 0. Отлично. Ну, самое главное, что не потеряли кубки. Вот такие вот дела, ребят. Все, что вам надо, быть подписанным на канал. Ну, я все условия сказал, показал, как оно должно быть. И следующий Олега у меня, конечно, уже все прокачано на максимум. То есть я просто чисто играю в удовольствие некоторыми героями. Сливаю кубки в ноль, потом опять набираю. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Следующий конкурс на следующую Олегу недостающего героя. Все, всем пока.